приветствую вас. Я к вам с гороскопом на эту неделю. Но для начала небольшой такой прогноз, скажем так, погоды. На самом деле на юге Англии еще пару дней назад была весна, плюс 12, и цвели цветы. А сегодня посмотрите, что происходит. У нас идет снег, снежинки падают. Это очень радостное событие, потому что снега не было очень долгое время. Это первый снег за зиму, и он будет всего лишь 3 дня, совсем скоро закончится. Для нас это зимняя сказка. Ну, мы говорим с вами о прогнозе астрологическом, а не погоде, да, я просто поделилась с вами чудесным настроением. Значит, что нас ожидает на этой неделе? На этой неделе Луна у нас будет убывать до 11 февраля, и 11 февраля нас ожидает новолуние в Козероге. В принципе, не совсем как бы влияющие на эмоции, но вам вдруг захочется убраться, навести дела, в делах порядок, тем более у нас еще ретро-Меркурий нас подталкивает успеть все и сразу, да, который до сих пор длится и будет идти до 21 февраля. 12 февраля не совсем астрологическое событие, но восточный гороскоп тоже нас касается. Это будет китайский Новый год, 12 февраля, ну и зеркальная дата тоже, да, 12.02.2021, боже мой. Вот, поэтому такой особенный день в плане нумерологии и в плане Нового года, все-таки это Новый год, хоть и восточный, поэтому используйте этот день. Из других астрологических событий, также 12 февраля у нас Солнышко поменяет свой знак на Водолея. Это даст все больше таких реформаторских идей, желание что-то изменить, желание внести какие-то интересные идеи в жизнь, воплотить их. Это будет касаться обществ, сообществ, их будет становиться все больше, и желание как-то привлечь туда людей тоже будет у вас появляться, да, если вы занимаетесь какими-то проектами. То есть такая глобализация проектов будет. Вот. Относительно других событий, в принципе, ничего больше происходить не будет. Только, как я говорила, по-прежнему у нас Меркурий ретрограден. На самом деле несколько планет выйдут из сожжения на этой неделе, что благоприятно. Юпитер у нас закончит такое движение. Вот. И Сатурн. То есть неделя будет, конец недели будет немного полегче, чем начало. Вот. Вот такая нас ожидает неделя. Надеюсь, информация была для вас полезной. И до новых встреч!